продолжаем осмотр лысиного жилого дома серии 16.05 АМ, Москва, район Беляева, улица Бутлерова, март 2016 года. Сейчас тут находится три блока из трех корпусов. Да, остальной район застроен брежневками. И не верится, что очень скоро он будет снесен. Но тем не менее, сносы в этом квартале уже были. И довольно давно, около 10 лет назад. Конкретно в этом доме почему-то несколько необычной планировки для домов этой серии. На подъезде по 3 квартиры вместо 4. Также в некоторых комнатах разная ширина перекрытий. Разный шаг панели. Очень темные квартиры, если мы не горит свет. Темные стены, да? Да, вот эта комната узкая. Он польский.